получаете это сообщение, значит, вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа 5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит, вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа 5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит, вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа 5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это... Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа 5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит, вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа 5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит, вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа 5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит, вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа 5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит, вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа 5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит, вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа 5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит, вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа 5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит, вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа 5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит, вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа 5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит, вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа 5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. 2 минуты до сброса. Через 2 минуты мы уничтожим город. Надо попасть на крышу и остановиться. У нас осталось меньше 2 минут. Если вы слышите это сообщение, значит, вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. 90 секунд до сброса. 90 секунд. Надо прорываться. Ай,
Минута до сброса. Я иду. Куджа 5-1. Всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит вы находитесь в защищенной постройке. 30 секунд до сброса. 30 секунд. Цель Вишнего. Прием. Передаю координаты. Ждите. Шашки, ну! Сигнал у Виски Холдел. Прекрати. Прекрати. В Москву. И скоро приедь. Когда мы туда доберемся, мы сожжем ее до основания. Да. Всему свое время, капрал. Всему свое время. Это была тяжелая неделя. Мы потеряли больше, чем рассчитывали. Мы восстановим силы. У нас карт-бланш, и мы сделаем все, чтобы убить Макарова. Кто бы что ни говорил, мы совсем не варвары. Мы не убиваем гражданских, бьем точно в цель. Этот преступник ушел в тень, но мы вытащим его на свет. Откроем его истинное лицо и будем сами писать историю, друзья. Для Макарова и его людей во всем мире остались только эти два убежища. Получается, нам нужно быть в двух местах сразу, сэр. Невозможно. У нас нет другого выхода. Шансы убить Макарова 50 на 50? Прайс, запроси разрешение взять логово вместе с Роучем. Разрешаю. Мы с Оупом возьмем кладбище в Афганистане. Хорошо. Мы отрежем им все пути к отступлению. Сегодня все закончится. Странно. Я думал, все закончилось еще вчера.